Почтенные зрители, послушные дети, великодушные родители, послушайте, что я скажу вам на ушко. Сейчас вы увидите фильм, который сделал Петрушка. Я двигал фигурки. Я рисовал декорации. Петрушка – выдающийся деятель мультипликации. Ну хорошо, хорошо, не я. Фильм сделали мои прибалтийские друзья. Магазина нес со всякими лакомствами корзину. Увидел корзину волк, зубами щелк. Раз мы с тобой дружим, приглашай на обед и ужин. Идут и видят лиса перед ними, на все лиса известные художествами своими. Лисоньке пообедать, захотелось медвежьих лакомств отведать. Смекнула лиса, что иной простак может убежать от кошачьего хвоста. Волк с дуру и задрал об валежник шкуру. Медведь на дерево слазил. Валился с дерева на землю. Бока чесали разини. Лиса уплела все, что было в корзине. Так объелась, не держит ноги. Прилегла отдохнуть на дороге. Одолела волка с медведем жалость. Думает, знать и рыжей досталось. Подняли лису довольную и сытую. Двое битых несут небитую. Друзья, из этого фильма видно, что обманывать очень стыдно. Но все же бывают отдельные, исключительные случаи. Ну что ты лаешь, такая приставучая? Я сам не люблю обманщиков, но... Давайте лучше посмотрим кино!
Был он злобен и дик. Ходил по дорогам, искал, кого поддеть рогом. С кем подраться, полегаться и пободаться. Гулять с позаранку утенок, слоненок и обезьянка. Поют малыши, веселятся от души, травки зеленой и солнышку рады. Бык заревел от досады. И забодаю, подниму вас на рога я, затопчу вас тяжелыми копытами. Нужно остановить забияку, предотвратить ужасную драку. И вот появляется тут обезьяна-слона-ут. Никогда он не видел подобного зверя. Что-то быку расхотелось драться. Решил по-добру, по-здорову убраться. Бык на гору и зверь на гору. Не убежать быку от позору. А тут по небу летит оса. Глядит на зверя во все глаза. Что за зверь удивительный, редкий? Ба! Да это же наши детки! Утенок, слоненок и обезьяна перехитрили быка-хулигана. Малыши.